Давай, начинай. У нас же не предвзятое мнение, да? Ванилу, кока-колу, не трогай. Выбираем между лучшим и посредственным. Здравствуйте, ребята! Это снова я, снова заваленный горизонт, заваленные квартиры. Снова отвратительные шторы, по мнению оператора Вики. Снова отвратительный темный свет. И, знаете, кто скажет, а где прохождение, не понял? Ну, понимаете, этот ролик более игровой, чем многие игровые ролики сейчас, потому что сейчас выходят игры, которые сложно назвать играми, а Coca-Cola всегда связана с игровой индустрией. Потому что, ну смотрите сами, пошли вы с пацанами поиграть каточку в КС, там без колы не обойтись, потому что там, ну, говорят пацаны, мол, ну давайте до последней, это, просовной катки, ну и вы, короче, берете там платины, даймонды, то 500, и там без энергии никак, вот вам, как бы, ну и жидкие углеводороды. Углеводы! Нефть, короче, в себя херачите. Кстати, по цвету как нефть жидкая. Углеводы в себя херачите, от которых жопа растет. Естественно, многие говорят, да это жопа-то не растет. Растет, растет. Ну или и просто вы играете, или 36-часовой стрим ведете, или в какие-нибудь настолочки гоняете. Это самый популярный напиток вообще среди настольщиков, наверное, потому что, ну, кроме... Да нет, самый популярный, что я буду. Как какие-нибудь там собираетесь на 2 часа, чем вы будете подпитывать свой организм? Чипсиками? Ну хорошо, чипсиками, а потом что? Поэтому, так как мы вошли в эпоху импортозамещения, то это уже скоро санкционка. Может быть, меня посадили за это. Может быть, сейчас сидит оператор такой, господи, я почти вдова, но у нас есть импортозамещение. Кул-кола! И вот сегодня. Сегодня я, ну как, не сегодня, я уже пробовал это, если честно. Сегодня я попробую отличить одно от другого и различить чё кого. Поэтому Coca-Cola обычная, ванила Coca-Cola и кул-кола. Почему я взял ванила Coca-Cola еще? Напиток кул-кола безалкогольный, сильно газированный. ГОСТ есть, а там есть ГОСТ? Где он указан? А хер его знает, где-нибудь в составе посмотрю. Где-то... Понятно. Короче, давай по составу. Возможно, он где-то и есть, но я хрен знает, где искать. Давай по составу сразу. Ага. Читай состав свой. Очищенная вода. Вода подготовленная. Знаешь, там очищенная уже, а тут она готовится быть очищенной. Поехали. Сахар. Дальше. Сахар, да, прикинь. Краситель сахарный колер 4. То же самое. Регулятор кислотности, ортофосфорная кислота. Ортофосфорная, вообще кислота. Фосфорная, неважно, да. Лимонная кислота. Ортофарфорная. Лимонная кислота дальше, да? Нет, натуральные ароматизаторы. А тут лимонная кислота есть. Тут немножко кислиночки. Кофеин. Натуральный. Кофеин менее 150 миллиграмм на литр, да? Да. Дальше? Конец. Экстракт ванили еще здесь есть. Возможно, в коле ванили. Вот именно. А я перед тем, как брал это все, я посмотрел состав, а тут нету. Тут очищенная вода, сахар, краситель. Регулятор кислотности, ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы. Вот он, наверное, вот это. Принимаю вот, ароматизаторы. Ароматизаторы. И дай мне чек на столе, вон там вот. Да, да, да. Сейчас убедишь. А ты теперь подготовленный. Я готовился как мог. Я 2 месяца, 2 года ждал кто-то, ждал. Короче, вот это вот. И вот это вот. Стоит по 85 рублей. Вот это вот. Стоит 90 рублей якобы со скидкой. Вот это вот, 90 рублей. И я думаю, что вот это вот все пили, да? И это тоже, но я сейчас просто пробую. Это, чтобы потом была возможность угадать, чё кого. Что мы будем делать? Сначала я сейчас это быстренько пивну, потом еще разочек пивну, а потом Вика нальет в закрытую мне... Ты хоть покажи, как ты наливаешь. О, кстати, знаешь, что надо сделать? Надо еще сравнить цвет. Ну, короче, оно шипит. Надо было купить лакмусовые бумажки. Проверить кислотность, блин. А, кстати, трофейные, не трофейные, ладно. Мы их купили, а потом Икея закрылась. Это стаканчики из Икеи, плохо помытые мною. Ребят, это стаканчики из Икеи, стол из Икеи, стул из Икеи. Удилья только не из Икеи, что удивительно. Не факт! Ну я желтый надел, чтобы быть частично из Икеи, надо быть синенькой надеть. Частично из Украины. Нет, это Икея. Наливается одинаково.
Вот уже импортозамещение пошло. А, ну да, импортозамещение. Смотрите еще, какое у нас есть. Twitch закрыли, YouTube закрыли. Сейчас только Boosty есть. Там можно донатить, там мой канал есть. Ой, как неожиданно я интеграцию-то вбил, да? Они одинаково выглядят, просто на. Так у них краситель одинаковый. Краситель? Ну, ты можешь показать, что все... Ну, ладно, короче. На, приблизь к камере. Что ты... Ну и что, что краситель одинаковый? А вдруг написали одно, а всякое говно. Как кул-кола воняет. Ну, она типа пахнет обычно кола. Вот это сразу, короче, дает в нос экстракт на ванили. Кола как кола. Выпил и все. Вы... Сейчас тут такой, какой на вкус кола? Как кола. Вот это вот, мы уже пробовали, она дает химозиной. И у нее вот выраженный запах колы. Вот я прямо сейчас сравнил. Когда покупаешь конфеты, знаешь, сколько колы, какой-нибудь чупа-чупс. И в общем, вот это вот, да. Вот это вот ощущение на небе сверху, когда ты ее глотаешь, когда глотаешь ее полностью, у тебя ощущение на небе остается вот этот химозины. Так что, оно типа да, но нет. И чтобы вы понимали, вот Coca-Cola Original, Cool Cola Original, а вот, вот это вот, которое для типа обзора. Чтобы вы понимали, мы купили ее когда-то, я спокойно могу сделать вот так вот. Потому что никто ее пить не будет. В общем, бюджет этого ролика, сейчас скажу, мне надо... Бюджет этого ролика 339 рублей, из которых... 90 рублей было пущено в никуда. В общем, теперь та самая часть, ради которой я собрался полностью. Что сейчас произойдет? Три стакана, три напитка. Кола, ванила кола и кул кола. Вика нальет, покажет вам куда, на что нальет. А я потом приду и попробую узнать, что где. В общем, легко это или нет. Потому что, может быть, это подсознательно. Ты думаешь, я пью кул колу, тут химозина, а на самом деле нет. А потом Вика то же самое сделает. Но у нее там более выраженные рецепторы, она же это женщина, и все. И бутылки снять, чтобы я не мог понять, что где пойдет. Я их оставлю просто на местах. То есть мне нельзя забыть, где что. Да, и ну чтобы, блин, ты потом сказала, правильно я угадал или нет. На видео будет понятно, правильно угадал ты или нет. Охренеть просто! Знаешь, надо вот так вот подходить. А ты что так много-то налила? Я все это не выпью. А я не знаю. Это так щедро от души. Ну да. Ладно, я вот это вот уберу. Ой. Вот когда все это убирается... О нет, я забыла, что где. Реально? Я по бандочкам ориентирую. Да нет, я пошутила. Знаете, когда что-то, когда все эти колы убираются под стол, оттуда выходит... Вот это вот импортозамещение. Не спонсировано рекламой. Знаете, есть еще кулешон. Кулешон, это вообще, мне сказали, напиток богов. Я абсолютно согласен, но его в продаже нет, поэтому приходится удовлетворяться тем, что есть. В общем, Байкал наш и все, а вот это вот басурманщина. Ну что, можно, да? Так. А очки ты снимаешь зачем? Я красивый. Ага. Так, это какая-то... Подожди, пока что не говори ничего. Да я не собиралась. Это, по-моему, обычная кола. Это ванила, обычная кола и кул-кола. Сейчас. Это обычная кола. Нет, надо водичку. Помню, воду не вылила отсюда. Я не мыла этот стакан. Непонятно! Подожди! Вкуснотища. А по-моему, ванила. Это 100% ванила. А вот это непонятно. По вкусу они одинаковые. Вот там будет перерыв на пописать.
Обычная кола, кола ванила. Да? Верно? Ну ты хоть скажи, я-то вижу, ты, они-то нет. Да, все верно. Окей. Не, ну вот это вот, вот это вот, ну, реально немножко сложно отличить, но от нее химозина остается. И по запаху она похожа. Ванила вообще изи, ты даже по запаху ее поймешь. Это я заберу себе. Это ты забери себе, а вот это вот... Вылей. И я тебе сейчас налью. Я тебе дам только обычную колу сравнить с кул-колой. Байкал наш, и все просто. Ты открываешь, ты можешь даже не пить ее, сразу понятно, Байкал пахнет шишками. Два стакана. В одном кола, в одном кул-кола. По запаху реально одинаковые, прям вообще, точь-в-точь. Может, водичкой запьешь? У меня тоже смешивались вкусы. Особенно после ванилы. Мозг играет очень злую шутку. Ты серьезно? Они мне обе одинаково не нравятся. Это может после ванилы? Возможно. Я говорю, пошли рецепторы. Долго ты будешь пробовать? Я не могу понять! Они мне обе не нравятся! Ну все, это, короче, крюшон. Призрак крюшона. Бля, мне просто нужно понять, какая мне не нравится больше. И какая не нравится больше? Пока что вот она мне не нравится больше. А почему? Я не знаю. Ты просто не нравится больше, да? О, боже! Боже, сейчас будешь такая... Вика сейчас смотрит на меня, если что. Она не куда-то поверх камеры. Это, мне кажется, кул-кола, это обычная кола. Знаешь, что самое удивительное? Это все кул-кола. Да! Да! Поэтому, все, давай сейчас... Я так и думала, что ты мне что-то такое подсунешь. Она не сразу угадала. Короче, давай я тебе сейчас нормально налью. Я не знаю, видно было на камере или нет. Все подстроено! Если, блядь, это опять два одинаковых напитка, я тебя убью. У этого запах более сильный. У чего? Ты хоть звуками сопровождай. Это кола, это кул-кола. Все верно. Теперь вы понимаете, почему кул-кола никогда не будет выпита в этом доме? Просто они одинаково не нравятся. Все говно. Почему? Я не знаю, они просто одинаковые. Вердикт такой, импортозамещение говно. Я столько слышал в интернете, мол, импортозамещение удалось. Оно поначалу нормально,
как кола, а потом такая химозина, и еще и запах, конечно, отвратительный. Хотя, знаете, наверное, это все-таки лучше, чем кола за 20 рублей. Я пытался найти ее, но я нигде не нашел ее в округе вообще. Надо идти было в Ашан, но мне было очень лень. И, наверное, там-то вообще убойное говнище. Но в целом это не стоит того. Это не стоит 120 рублей, которые стоит та же кола. 120 рублей! За 120 рублей я могу пойти себе взять 2 литра Байкала. Байкал? Как будто настойку эвкалипта пьешь. А это срань господня. Да, напоминаю, что бюджет этого ролика что-то там 350 рубасов. И 90 рублей пошли... Еще я думал взять ментос и запихнуть сюда ментос, но... Там на улице дождь. Вика отказалась идти с ним на улице. И она отказана, вот дома сидит. Да. Поэтому это был самый игровой ролик из всех роликов, которые были в последнее время на канале. Поэтому, ну знаете, самое главное, что Boosty предлагает намного лучшее импортозамещение, чем вот это вот. Я там еще его не открыл и, может быть, даже не открою. Но если что, знаете, ссылочки есть в описании. А если там что-то появится, ну, значит, там что-то появится. А пока что всем спасибо за внимание. Вот это вот отправляется в помойку. А я всем рекомендую Байкал черноголовский. Все будем скоро пить Байкал, чему я очень не рад, потому что я выпил крюшон. Но если нет крюшона, можно и Байкал. Пойду пилить всякие прохождения и ролики для этих 324 людей, которые посмотрели сие видео. Вика, попрощайся со всеми.